Всем привет! Я на Шером поле решила зайти еще в Росман, сразу возле Нигроса. Хочу посмотреть, почему крем. А то они такую цену там поставили, что я думала, может мне другие кремы сейчас и брать. Тогда была скидка, потом опять, ну короче. Ну что не, что да, там, что такое, 70 лир. Да, вот это я сейчас таким пользуюсь. Не скажу хороший, плохой, но... Ага, это Икинджиси. Это если... Видите, идти, ну, 2.си. Это если вы второй продукт берете, тогда будет 70 лир. А так нет, а так 140. А, если вы что-то с него берете больше, чем 100 лир, 20 лир скидка. Ну, спасибо. Я тогда по 39 брала. Да, у меня еще, ну, дневной уже закончился. Ну, посмотрим. Я когда вот такого хожу, то я... Ну, такое можно выпросить, Юлечка, мы капельки съем, тушутся такие. А, это база под макияж. Нет, тебе такие не надо. О-о. Да, цены, конечно, просто зашкаливает. А на мой шампунь 53. Ну, еще есть, еще держусь. Все, больше мне ничего не надо. Ватка пока есть. Тогда купила по хорошей скидке. Только по скидке берешь. Ну и что? Крем 140 лир. Ну, ты ж обалдеть можно. Не, если с Дебадиша крем дорогой, ну он реально работает. А этот он, ну, я не вижу, чтобы он сильно работал что-то. Ну просто надо же чем-то мазаться. Мода Диля, там всегда скидка не написана. Так и что? Там очень дешевые вещи. Я когда-то обзор вам делала. А тут, ага, тут были ковры тоже в аренду были. Куры сюда такие. Кокорыч, кокорыч, это вот это мясо, да. Кокорыч, кокорыч. Я ела, да, неплохое. Это мы уже почти, видите, дошли до остановки Шарм-эль-Шейх. Ну, вообще к ней от меня идти минут 5. Ну, я ж иду, заглядываю сюда. Я теперь не знаю, что делать с винегретом. Если нет огурцов, его нет смысла нарезать. Я турецкий острый не могу есть. Я тогда взяла и... Слушайте, это они что сделали-то? Это что, он такой натуральный? Они разрисовали его. Они кактуса взяли, разрисовали. Что за бумажный этот кактус? Вы такие бащевые. Артисты. Просто артисты. Здесь всякие приправки. Вот такие магазинчики называются. А где они называются? Нету. Забыла, как называется. Бахарат. Нет. Вспомни, скажу. И вот там есть тминное масло. И тут аутлет. Очень дешевые цены. Но нужно смотреть аккуратно, потому что могут быть где-то немножко дырочка. Вот это все. Тоже простыни. Вообще чифткиши. Вообще пишут чифкишелик. Это на двойную кровать. 29 лир. Это я так понимаю, на резиночка. 34. Это батал. Это очень большое. Это может быть 2 на 2. Тоже люди хоть что-то хотят продать, потому что нужно за что-то кушать. Сезона не было. Никто ничего не покупает. Кроме еды, естественно, еда. 30 лир тапочки. Тапочки и по 20 лир. Так, все, включаем скорость или на базар. Сиди, не дойдешь. Там пошли магазины техники, Bosch, Archilic, этот Altus. Altus, я не знаю, не очень хвалят. Это канцелярия. Ну, как не очень хвалят, ну, как-то. У меня Samsung, вот, в основном фирма. Ну, пока нормально все работает. Вот их турецкую... Я не стала брать Archilic, потому что, ну, много ломается, хотя всюду реклама. А может просто совпадение такое. Магазин мебели. Вот то, что я вам говорила, когда среда, вот эта почта, это все. Нет, возможно, и другие не тут так же. Ну, я знаю, что утром, если придешь, вообще никого нет. Я тогда заходила. А вот, понятно, да? Поэтому мы не поехали на эту почту, тут невозможно доехать, видите, уже машины не едут. И этот мальчик меня завез вообще, ну,
бы дальше, чем это, но там никого почти не было. То есть я нормально себе не ждала. Подожди, это можно час простоять. Подождите, там был БИМ. Закрыли. Ну, закрывают магазины, не вытягивают. Никто не доходит. Смотрите, здесь тоже закрыли. Плыла. Написали. Ёлочку поставили, какие молодцы. Заметно, да, все из базара. Зачем корзинку? Бабушка, вот будет тащить. Да потому что, ну, эти молодцы, эти в коляску положили. Считай, зачем обрывать руки? Коляску взял. Вот, это мы здесь с Мариной покупали цветы. Уже новые стоят, видите? Уже новые наделали. Можно там завернуть, но я не хочу там пройти, невозможно. Смотрите, здесь как цветут. Цветут эти красивенькие деревья, просто прелесть. Я никогда не думала, что они в декабре цветут. Но не замечала. Мне они очень нравятся. Так, понял, ты есть дорожка, я вам рассказывала, там где... Ой, как называется этот отель, все его знают. Там прям целые аллеи этих деревьев, огромных, огромных. Ну все, Юля, все. Последняя стадия. Консем, короче, там находится. Вот спросите, где Консем, мы там учились на Б1. И вниз, если идти к морю. Если я вспомню, я напишу внизу название отеля. Если к нему идти, видите? И тут тоже, кстати, нитки для вязания есть. Ну, есть выбор. Я когда-то хотела снять этот магазинчик, она говорит, нет, нельзя, ну нельзя, то нельзя. Нужно подумать, я что-то там, ну не знаю, что такое с ними. Такие смешные люди. Ну вот здесь текстиль, 15 лир, что бы ты ни взял. Только можно. А-а, шоп-эн-шуз закрыли. Тоже. Ну, в Марк Натали продается. И, кстати, вот этот магазин, это обуви, он на Ишиглане тоже закрылся. Там распродавали все. Здесь посуда. Такая красивая. Жюля, нам колотаешь своими колесами? Ну, извините. Поди. Кстати, мне нужны глубокие тарелки. Ты же отсюда будешь тащить. Не, ну, це... бачите, оце на суп. Ну, что це за суп? Ну, вот это мне ничего не нравится. Мне такие не нравятся. И есть из этого с набора. Я ими сейчас пользуюсь. Ну, знаете, я так могу уже побить, и набора не будет целого. Прикольно, да, столики. Еще таких не видела. Красота. 500 лир. Видишь, вам повезло. Конечно, мне не повезло за 500 лир вот такие купить. Не, ну для магазина это, наверное, недорого, это реально фасад. Я ж не знаю. 300 лир. Хамаратин фырын 300 лир. Что это такое, вы знаете? Ну, фырын это печка, а хамаратин? Не знаю. Все, и мы дошли с вами до Сигорты. Ой, начинается базар. О, видите, опять мясной магазинчик. Печенка Дана Бибрек 10 лир. Кузу Пача 4 лиры. Видите, даже нормально цены. Хотя я не помню, я давно уже мясо не брала. Не из-за поста вообще не брала, потому что они не очень дорогое. Но так смотрю на меня. Скорая туда-то. Не может пробиться. Дорогу не дают. Да и мне куда съехать просто. Вот это вообще плохое качество. Это там я смотрела, вообще плохое качество. Инжир по 15 лир. А, смотрите, как хорошо здесь не стоят. Потому что здесь всегда стояли, это было невозможно пройти. Поэтому они там стали. Видите, все в руках тащат, все обрывают руки.
Видите, ребята молодцы все-таки. Говорили, что здесь открыли ворота, потому что у них продаж нет. Ведь мы за аренду платим. Помните, они ссорились? Да, ребята, ты видела. Ага, 20 лир арахис. Я пойду к мальчику. Подожди. Так там не было 20 лир, Юля. Там полкилограмма 10 лир. Слушай, я вспомнила. Ну, все равно, 20 это не 45. Авокадо. Раба. Ну, дорого. Еще я разбогатею. Как начну кушать авокадо? Как начну кушать авокадо? О, кстати. У него вкусные финики. И они очень полезны для женщин. Очень полезны. Надо взять. Я-то забыла вообще, что... Они тебе рады, что тут нам, да? Беру просто килограммы. Так идет у него здесь курма. Я не знаю, какую курму взять. Вот вы какую бы взяли курму? Скажите мне, пожалуйста. Сейчас бананы купили 4 штуки. И сегодня я съем. Потому что я или съедаю сразу, или вообще... Я ищу мандарины. Как Новый год без мандарин? Невозможно. Невозможно. Нет. Ну, мелкие очень. Не когда? Ну, что ты с него делаешь? Он очень маленький. Ну, пойду еще посмотрю. Портокал не когда? Портокал. 5 лет. Спасибо. Еще у нас кислый. А где вас? Сыгры? Грибочки 10 лет. А да, Я тебя больше, все еще Грибочки у меня еще есть. Уже закончится тогда. У меня уже холодильник. Я весь холодильник заставила пассивную. Морозильную камеру. Сделала недавно 4,5 килограмма лука и 4,5 морковки. Мне кажется, все мандарины были такие мелкие. Помидоры-то я не беру помидоры. Вообще все, уже все. Зимой помидоры лучше не брать. Они никакие. Так, гранаты 5 лир. Ну что я вам скажу, я расстроилась, потому что я куплю свеклу. Куплю свеклу чисто, чтобы делать борщ. И все. Для кота тоже 2,50. По 3 лиры. Ого! Яблоко дороже, чем мандарины. Мандарины такие. 2 лиры мандарины. Кстати, свеклу еще нужно поискать, потому что да, очень как бы мало. Не продают. Так, 2,50. 4 килограмма 10 лир. Кстати, они не сладкие. 4 кило, 4 кило, 4 кило. Грамматы, как шелоны на лёд!